Разминка, зарядка, упражнения для поддержания себя в тонусе – все это можно делать не только на улице в компании единомышленников, но и самостоятельно, даже у себя дома. Особенно актуальным такой подход стал после введения последних санитарных ограничений. Ведь теперь даже спортом на открытом воздухе можно заниматься только в 5 метрах друг от друга. Реутовские тренеры предлагают свой выход из этой ситуации. В связи с недавними ограничениями, введенными на территории Московской области относительно проведения культурных и спортивно-массовых мероприятий с очным участием зрителей, мы приостановили занятия в парках города Реутов до 7 ноября. Но для того, чтобы наши гости не теряли спортивную форму и бодрость духа, мы проводим занятия в онлайн-режиме. Так что вооружайтесь гаджетами, подключайте к себе аккаунт парки /Реутов и вперед. Первым пунктом в списке онлайн-активностей традиционная реутовская зарядка «Ура!» в 7 утра. Занятие проходит в виде прямой трансляции по средам, а ведет их опытная наставница Марина Сас. Многие горожане уже отжимались, прыгали, растягивались на ее занятиях в центральном городском парке. Теперь уже в онлайн-режиме она, как прежде, приглашает к участию в тренировках всех, кто любит спорт или хочет его полюбить. Так може би воно, like you, bad boy, you just take to play on them. А если утренние нагрузки покажутся непосильными, то занятия спортом можно отложить и на вечер. Правда, уже на четверг. Тренировка на все группы мышц начинается ровно в 20 часов. Это уже не прямая трансляция, а онлайн-уроки, что тоже очень удобно. Всю неделю мы тянемся, растягиваемся и делаем свое тело таким, как у Марины Шмидц. Еще один тренер, который сможет вам в этом деле помочь. Ее онлайн-уроки выкладываются по пятницам в 19:30. Право-левое колено груди. Выдох, коленочка, выдох. Спину сохраняем прямую. Пресс в тонусе. А на субботу расписание особое. В 10 утра займемся одним из самых безопасных и полезных видов спорта – скандинавской ходьбой. Тренировки также выложены в виде онлайн-уроков, так что, если вы проспали, посмотреть можно будет в любое удобное время. И, наконец, танцы, причем самые зажигательные. В 12:30 подключайтесь к прямым трансляциям уроков по латине. Что касается возраста, то зарядкой и танцами можно заниматься с любого возраста. Беговые тренировки, функциональные тренировки, более уже сложные по технике исполнения, конечно, они требуют чуть более серьезной подготовки. И занятия скандинавской ходьбой, эти занятия мы готовим для людей старшего поколения. А еще в аккаунте парков Реутова планируют отметить событие, которое просто нельзя пропустить. Ночь искусств, которая пройдет 3 ноября. Мы подготовили несколько мероприятий. Во-первых, это художественная выставка воспитанников студии креативного рисования и дизайна при молодежном культурно-досуговом центре. Также пройдет концерт в прямом эфире, коллектив Seasons and Band. Ребята неоднократно выступают на наших городских площадках. И вот, наконец-то, мы начали осваивать виртуальное пространство. А еще выставка участников онлайн-фотоконкурса «Осень в городе». Она проходит уже на протяжении месяца. Сейчас организаторы в настоящем замешательстве. Классных снимков так много, что выбрать лучшие – очень непростая задача. И еще не забывайте про наш фотоконкурс «Реутов в желтом». В общем, фотографируйте, занимайтесь спортом, танцуйте в парках нашего города, пускай и виртуально. Искал и рассказывал про самое интересное в городской инсте Андрей Зацепин. До встречи!